Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Беседа Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна. Беседа 56. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Будучи весьма человеколюбив и заботясь о нашем спасении, а при том желая заградить уста нечестивым, Господь не опускает ничего, что только ему подобало, хотя бы никто ему не внимал. Это знал и пророк, и потому говорил: так что ты праведен приговоре твоем и чист в суде твоем». Псалом 50. Поэтому-то и теперь, когда не приняли его высокого учения, и даже назвали его беснующимся и покушались убить, он, выйдя из храма, исцеляет слепого. Таким образом, своим отсутствием он укрощает их ярость, а совершением чуда смягчает их жестокосердие и упорство, и удостоверяет в словах своих. И совершает он чудо необыкновенное, но такое, которое теперь только первый раз последовало. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Слепому, быть может, кто-нибудь и отверзал очи, но слепорожденному еще никто.